Hela. Что ищешь? Скажи, если что-то понадобится. До новых встреч. Здравствуйте!
Доброго дня!
Подходи. Спасибо.
Надеюсь, меня никто не заметит. Все настолько плохо, мы помогаем кому-то переехать. Кто? У него столько скарба. Дело есть дело. Лишние деньги никому не помешают. Даже простые вещи стоят нашего внимания. Вот что действительно стоит внимания, Варнава. Они убьют всех. Зачем? В чем они провинились? Thank you.
Слава Зевсу. Спасибо. Чудом выжил. Слава богам, они вмешались. Спасибо. У лагеря спартанцев есть еще люди. Персы? Хозяин орла. Ты хозяин орла. Беги. Охотник будет рад, когда получит твою голову. Попробуй отбери. Ты ниже, чем говорят, хозяин орла. Нужно помочь людям у лагеря спартанцев. Пойду туда. Интересно, кто меня спас? Я знала, что ты придешь. Спартанцы здесь убивают людей. Помешаем им. Увидимся в Элизии. Благодаря тебе. Хозяин орла. Лучше Алексиос. Меня зовут Нима. Им известно мое прозвище. Ты знаешь, откуда? Нет. Но, похоже, они что-то ищут. Хотелось бы знать, кто такой охотник. Если он здесь, нам конец. Я позабочусь о людях. Воин Ордена прошел здесь, убивая всех встречных. Рядом его следы. Я пойду за ним. Спасибо, Алексиос. За что? За помощь. Только ты откликнулся. Богачом!
Никто не выжил. Несправедливо. Судя по трупам, он шел к реке. Трупы спартанцев. Вверх по реке еще. Нужно найти убийцу. Откуда персы знают, кто я? Ловко. Этих персов застали врасплох. Стража, значит, путь правильный. Страж. Кто-то добрался до него первым. Кто-то умелый. Кто ты? Клинок. Неплохо. Малак. Отец, нет! Нима, что ты делаешь? Это хозяин орла. Он твой отец? Хозяин орла. Нужно идти, Нима. Солдаты уже в пути. Наше убежище под скалой аркой. Приходи. Эти люди.
хозяина орла. Это было глупо. Хватит. Забыли. Я думала, нам удалось скрыться. Еще одна деревня пала. Орден набирает силу. Тем более нужно держаться в тени. И позволить невинным погибнуть? Они уже погибли. Ты не справишься один. Мы должны быть осторожны, Нима. Ты ведь знаешь. Сожженные деревни, спартанцы в сговоре с персами, нападение злобного старика. Я сильно не в духе. Объяснитесь, ну! Как ты нашел нас? Я помогла. Не хочешь выдать еще пару тайн? Что здесь происходит? Персы, командующие спартанцами. Члены Ордена Древних. Могущественного тайного общества, что управляет персидскими царями. Тайное общество? Сколько же их? Я уже задавал этот вопрос, когда ты напал. Кто ты? Я Дарий. Имени мало. Он достоин. Люди, жаждущие силы и власти, были всегда, как и те, кто противостоит им. Что делаешь ты? Я расскажу тебе историю о царе Ксерксе. Это случилось давно, в Персии. Все погибнете зря. Орден не остановить. Сила не помогла им защитить тебя от меня. С тех пор они ищут нас. Не каждый день встречаешь человека с такой историей. Не каждый ее узнает. Но сейчас Орден здесь. Они жгут деревни и убивают невинных. Что они ищут? Не нас. Здесь безопасно. Орден Древних уже давно потерял наш след. Нет, охотник ищет тебя и таких, как ты, проклятых. Теперь ты должен сделать выбор. Борись или беги. Отец. Нужно узнать об этом больше. Может, Нима расскажет мне что-нибудь?
Нужно найти Ниму. Люди куют копья и мечи, а зубы и когти — творение богов. Да кто боится пары волчат?
Если ты ищешь Ниму, она на охоте. Алексиус, что ты здесь делаешь? Могу задать тот же вопрос. Я занимаюсь делом, чтобы привести мысли в порядок. Ты охотишься? Верно. Здесь водятся олени. Если ты хоть чуть-чуть похожа на отца, то умеешь стрелять. Не жалуюсь. Скромница. Я как раз собираюсь. Присоединишься? Конечно. Буду рад. Посмотрим, так ли ты хорош. Сколько оленей сумеешь убить? Проверим. Обычно оленей можно найти здесь. Неплохо. Дарий хороший воин. Много тренируется? Ни дня не пропускает. В его-то возрасте. Отец немногословен. Он был разговорчивее, чем обычно. Слышал? Что? За мной, не шуми. Вон там. В чем дело? Поверь мне. Там. Кабан? В Македонии? Диковинный зверь. И вкусный. Да уж. Тише. Он услышит. Слюнки уже текут. Сразу настроение поднялось. Ты прекрасно готовишь, Нима. Даже богам понравилось бы. Старый семейный рецепт. Моя бабушка была бы польщена. Нужно баловать себя, словно богов. Мы? Боги? Говори за себя. Я и так бог. В тебе есть что-то особенное. Очевидно, все это чувствуют. Но никто, даже ты, не в силах объяснить, что именно. После всего случившегося, вряд ли вы можете остаться здесь. Не знаю. Мы вечно в бегах. С самого моего детства.
Неважно, где мы находились, у дороги или в пещере, мама всегда находила способ успокоить нас. Согреть. Словно у нас был дом. Вряд ли я испытаю это вновь. Она мертва? Давно. Мои братья и сестры тоже. Когда мы видели их в последний раз, погиб мой брат Натак. Что насчет тебя? Как жил ты? У меня тоже нет дома. Я заботился о себе сам и надеялся, что найду место, где мне будет тепло. Так и не нашел. Думаю, его не существует. Прошлое не определяет нашу судьбу. Значит, они персы? Дарий утверждает, что убил царя Ксеркса. Ха! Ты ведь не веришь ему? Скорее верю. Это слишком неправдоподобно, чтобы быть ложью. Ложь, достойная Долоса. Я уже не знаю, чему верить. Дарий говорит, что Орден Древних ищет меня. В письме говорилось о таких, как я. Что, есть и другие? Если верить ему, да. Но как знать, вдруг Дарий работает на культ или принадлежит к Ордену? Он знает, что ты великий воин. Возможно, ему нужна твоя помощь в борьбе с Орденом. Или он один из них. Все просто. Ты доверяешь ему? Доверяю. Он не договаривает, но не лжет. Чтобы выяснить, что происходит на самом деле, ты должен вернуться к этим персам. Пока ясно одно. Дарий что-то скрывает. Будь осторожен, как бы это ни оказалось ловушкой. Буду так же осторожен, как всегда. Этого я и боюсь. Thank you.